Здорово, народ, на связи Экспервит, и я продолжаю играть в Stumble Guys. Нам добавили новые турниры, и сегодня я хочу поиграть в игру на выживание. Я люблю карты на выживание, люблю этот турнир, поэтому сегодня именно в него и залипнем. Ну а с вас обязательно лайк, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, и обязательно пишите свои комментарии. Погнали! Лазер Дэш, леди и джентльмен. Будем, ребят, сейчас проходить сквозь лазеры. Не, хотел по голове. Не, хотя сквозь лазеры точно проходить не будем, на них лучше вообще не попадать. Ребят, кстати, напишите мне, пожалуйста, комментарий. Вы тоже думаете, что награды за события гораздо круче скины, нежели в Stumble Pass? Я в этом сезоне Stumble Pass точно брать не буду. Мне вообще не зашли эти скины. Но вот именно в этом событии, вот эта лазерная акула и смерч, ну, меня порадовали. В принципе, может быть, можно будет какой-то из них и заполучить. Так, чуваки. Чуваки, давайте, еще минус четверо. Надо минус четверо. Ух, хорошо. Чуть не минусанулся. Час пик. Обожаю эту локацию. И я безумно рад, что мы будем сегодня на ней играть. Так, а вон, я вижу, уже есть лазерная акула. Меня не трогать. Я вижу, этот чувак хотел меня ударить. Или что он хотел со мной сделать? Что-то ко мне подошел, не трогайте меня. Ушли от меня вообще. А то со спины сейчас еще ударите, оно мне надо. Пьем. Попал? Ни в кого не попал. Сейчас попаду. Сейчас. Я готов. 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 Фух. Чуть не улетел, потому что затормозило. Не надо тормозить, пожалуйста. Только не сейчас и желательно вообще никогда. Пьем. Блин. Чуть под ноги не кинул. Так. Самое главное самому теперь сюда не взлететь. Лаваленд. Сейчас начнем. О, кстати, это чувак дошел, который меня пугал. Я думал, он меня ударит, но он меня не ударил. Блин, вообще мне нравится этот скин. Слушай, отдай его мне, а? Зачем он тебе? Отдай его лучше мне. Пошел отсюда. Блин, не в ту сторону он отлетел. Ладно, ладно, не обижайся, не обижайся. Меня просто тебе заказали. Это работа. Слушай, ну я тебя запомнил. Тебя сложно не узнать. Блин, туда долечу, не долечу. Вот сюда точно долечу. Так, 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 надо быть осторожным. Нет, нет, я тут один такой. Не иди ко мне. Я готов, я готов, я готов принять гостей. Давайте, давайте, кто, кто, кто-то хочет ко мне? Я бы, например, не советовал. Слушайте, но если я сейчас не тупану, то по идее должен выиграть. Пошел отсюда, тупанул, промазал. Бум, улетел. Так, и кто он... Ой-ой-ой, как опасно! И что теперь делать? Что теперь делать? Пошел отсюда! Блин, обидно! Бегом, 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 сразу сюда. Все, я занял, это моя точка! Так, я сказал моя, все. Все, все отсюда вас свинтили, свинтили. Ле, вообще именно табун! Все, что мельтешатся, куда-то бегают, прыгают. Что это было? Я такого точно не ожидал. Иди отсюда. Не-не-не, хватит меня бить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Обходим, обходим стороной. Да что вы все такие бойкие, а? Сейчас на голову кому-то прыгну. Ой, ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Красный. Фух, выдержали. И снова лазер дэш. Кстати, вот я вижу один из скинов, который есть в Stumble Pass, и по правде говоря, но он мне реально не сильно нравится. Я не знаю, это какая-то летчица. Ой-ой-ой-ой! Фух, чуваки, слушайте, давайте не толпиться, а? Потому что мы просто друг другу поднасираем. Не толпиться, я сказал. Кого-то треснул. Слушайте, может здесь кого-нибудь обнять? Или просто ударить. Так, я сюда. Пошел отсюда. Оу! Опасные моменты. Отстань. Так, я отошел. И раз... Не туда, не туда. Ой, хорошо, 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 хорошо. Все, хорошо попал. Остался, чтобы только один улетел. Один. Друзья, в который раз замечаю, именно в турнирах больше всего все мельтешатся. В обычной игре, ну, все тоже резво бегают, прыгают, но не до такой степени. Здесь они все прям, ну, я не знаю.
Ну бегают и бегают, реально аж бесит, если честно. Ну, кто-нибудь идет? Низ? Нет. Слушайте, давайте здесь, наверное, немного побегаю, чтобы меньше другим досталось. Так, хочу себя обезопасить, чтобы ко мне меньше кто прибегал. Так, здесь тоже сделаем. Все, ко мне не ногой. Ко мне не ногой, я же говорил, ребят. Серьезно? Ой-о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 й
не слышны удары. Ну, я, понятное дело, свои звуковые эффекты вставлю, но их нет. Прыжки есть. А ну, подождите. Давайте сейчас кого-нибудь просто так ударю. Ну, подождите, иди сюда. Не, что-то слышно, но очень как-то тихо. Раньше как-то, по-моему, пошумнее было. Я не знаю, но в обычной игре. Реально? Нет, не слышно удары, ребят. Не слышно. О, ой, ой. Так, тихо. Что-то я допрыгался. Иди отсюда. Ой, сейчас кто-то улетит. Это буду не я. Это буду не я, я сказал не я. О, о. Так, давайте сразу осмотримся по сторонам, где кто есть, я понял. Я вообще уже, если честно, жду не дождусь, когда появится новая переделанная локация. Хочется уже попрыгать, поиграть с той здоровой акулой. И чё вы тут возле меня выстроились? Смотрите, акула, всё, минусанула скелетора. А не, не минусанула. Так, панда, вали отсюда. Я тоже, наверное, отсюда свалю. Закидала, ребят, и тебя. Я просто хотел привести тебя в чувство. Я просто приводил тебя в чувство. Сейчас как дам. Ой-ой-ой. Наваляли, короче, друг другу, ребят. Промазал. Слушайте, ну я смотрю этому по голове прям. Я пошел, все. Я буду вот здесь стоять. Нет, не здесь. Вот здесь. Панда, я к тебе. Нет, не хочешь? Поешь банана, шкарлупы точнее. А нас осталось... Ой, минус, панда. Все, у нас осталось двое, вали отсюда. О, тихо. Перепрыгай. Ну что, давай, решимся по-мужски, да? Давай, кто кого? Ну, короче, мы немного мазилы. Решил сбежать, трус. Я пошутил. Не иди ко мне, я пошутил. Чё ты ко мне идешь? Смотри, у меня тут тоже ядра есть. Нет. Так, я готов. Пьем. Слушай, чувак, ну давай в свой космос. Нет! Да ш... Друзья, я надеюсь, что видео вам понравилось, поэтому с вас обязательно лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И обязательно лепите свои клевые комментарии. Ну а с вами был Экспировид. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.